Ми продовжимо вас радувати корисними порадами. І йдемо далі. До нашої студії завітала дизайнер Анастасія Сорока для того, щоб порадувати своїми порадами щодо осіннього настрою в інтернеті. Ми вітаємо вас, Настю, в нашій студії. Отже, я всім бажаю завжди весняного настрою, але осінній настрій – це також добре, зважаючи, наприклад, на погоду сьогоднішнього ранку. У вас який настрій? Відповідає, який порі року? Весенний. Весняний? Більше весенний, звісно, але осінь зараз теж нас радує красивими пейзажами, листями, тому ще є настроєння, не хочеться холоду. От осінній настрій – це який? Наверное, романтический більше. Обдумувати якісь моменты, которые, например, прошли уже весной, летом, анализирование ситуаций каких-то. Ну, я ассоциирую осень с анализом. Анализом каких-то поступков, работы, ситуаций. Ну, работа над ошибками, я бы сказала. І чекаємо нового року, так? Звісно. Для того, щоб почати щось нове. Скажіть, будь ласка, в інтер'єрі якісь осінні настрої мають місце? Да, конечно, обязательно. Это все будет зависеть от человека, что ему больше нравится, какие поры года ему нравятся, может быть, какие-то стили определенные. Весь в целом интерьер мы, конечно, не можем подстраивать под время года. Мы не можем создать интерьер, например, в осеннем стиле, да, или в весеннем, или в зимнем, даже если очень нравится это. Не, власне, мы можем это сделать, но мы должны понимать, что это надолго. Оно будет нелогично, потому что люди, которые будут жить в этом интерьере, они будут делать ремонт, дизайн не на один год, а на несколько. И за эти несколько лет наши поры года сменяются очень часто, поэтому мы можем единственное только добавить осенние какие-то нотки декоративными элементами, то есть декором для интерьера. Есть основной, да, дизайн интерьера, который мы создаем, универсальный на все случаи жизни, грубо говоря, да, то, что нравится. Но, например, под настроение можно создать какими-то такими нотками, элементами. Например, давайте про все по черзі. А якщо є любителі таки пору року настільки, що хочуть зробити дизайн інтер'єру в осінньому настрої. От на багато років люди зрозуміли, що вони настільки люблять осінь, що хочуть просто жити. Можна просто зіграти, наприклад, якимись цвітами, оттінками, вкрапленнями, да? Вот то, що характерно к осені. Это теплые такі вот жовті тона, цвіта, оттінки. Може бути якісь оттінки шоколада, но теплые такі. І, допустим, і создати сам інтер'єр, допустим, цвіт стін, обої, пол, может быть, шторы, занавески какими-то яркими такими вкраплениями, оранжевые, или какие-то будут в растяжке от оранжевого к красному, вот как листья на деревьях. Можно будет, да, создать интерьер вот в такой цветовой гамме, в этом стиле. Но, а який настрій буде викликати цей інтер'єр? Ну, обычно теплые цвета, они создают уют. То есть, если интерьер выполнен в таких теплых, оранжевых, желтых тонах, цветах, если это будет не очень яркий интерьер, а более пастельный, буквально вкраплениями какими-то яркими, оранжевыми, такими золотистыми, то этот интерьер будет способствовать уюту в интерьере, в этой комнате, например, или на кухне. Расположить... Не будет людина в нем весь час сумувати за тем, что минуло, за тем летом, я думаю, за что весной. Нет, потому что здесь надо не переступить грань. Это не осенний интерьер, это интерьер в теплых оттенках, в теплых цветах. Поэтому я думаю, что не будет проблемы навевания грусти. Главное, чтобы не было каких-то пасмурных таких темных оттенков, ну, каких-то грязних цветов. Нужно избегать таких оттенков. Ну, от люди люблять навіть у комп'ютері, як з плином часу і зі зміною пори року, змінювати картинку на робочому столі. Так і вносити в інтер'єр якісь такі деталі красиві, що відповідають настрою і порі року. І для того є і маса природнього матеріалу, люди йдуть кудись гуляти і приносять з відпочинку листочки красиві, якісь каштанчики, плоди. Потім створюють букети. У нас художниця наша Олена також попрацювала. У нас тут є такі букети в студії, таке для, ну, не осіннього настрою, а просто, ну, натяк на пору року. Можна декорувати інтер'єр свій вот такими елементами, или екібанами, или, наприклад, є ще об'ємні картини.
Это обычно такие вещи делаются на заказ, но если, например, люди хотят добавить какую-то нотку такую вот интересную, так же, как весной можно, да, свою какую-то тематику, зимой другую тематику, летом, также и осенью можно придумать какую-то экибану такую из листьев, из сухоцветов. Сейчас много очень цветочков всяких, зернышек, то есть, которые уже отцвели, но, например, можно придать ним какой-то интересный такой декоративный интерьер, например, какую-то картину сделать или обклеить вазу, например, теми же семечками, какими-то зернышками, листиками какими-то, ну вот создать себе какую-то вот такую вот нотку. Это называется декорирование интерьера. Также можно, например, ну, как идея, как вариант, декорировать занавески, какими-то декоративными карманчики вшить, допустим, маленькие емкости с водичкой, к примеру, и вставить туда там пару листиков каких-то. Вот. Ну, как бы продлить немножко жизнь осени и добавить ярких красок себе в интерьер. У нас є відеоматеріал, так? Давайте покажемо, і ви прокоментуєте ось такі дизайнерські знахідки в інтер'єрі. Це буде... Це такий зелений настрій. Это да. Это тема декорирования. Как мы можем, это примеры, как мы можем декорировать сам интерьер. То есть это, например, вот к весеннему, да, какому-то настроению, зеленое. Говоримо про пори року. Такая, да, вот жизнь бурлит, свежесть такая. Это просто способы, как можно вообще декорировать интерьер, как, какими методами. Чтобы расширить пространство в интерьере, если есть такая необходимость, если интерьер маленький или хочется больше воздуха, растворить эти стены. Вот мы эти, такими способами декорируем сам интерьер и убираем эту замкнутость территории. К примеру, ну, вот таким способом. Бачимо такие осенние настрои, власне, в интерьере. Это роспись на стене. Хотя вы видите, что хоть и деревья без листиков, но он не выглядит... В зависимости от поры року, туди, якщо зима, то таку зимову шапку зробити, да, снігу. Можно якщо... было бы придумать какие-то такие маленькие детальки, которые, например, там вклеивались бы как-то на стену и дополняли этот интерьер. Зібрали в парку осінні листочки. И да, якось... но в целом это панно теплое, я бы не сказала, что оно навевает какую-то грусть или скукоту, несмотря на то, что там деревья без листиков. Также, например, можно использовать какие-то зеркала. На зеркалах тоже может быть всевозможный рисунок, в том числе и осенний. Какие-то листики, например, да, вот как в качестве рисунка. Какие-то там сухоцветы, цветочки, букеты и так далее. Это тоже будет в качестве декора. И еще функциональное назначение в плане расширить коридор, к примеру. Или добавить какой-то... декоративный элемент, например, зеркало не будет наклеено на стену, да, а будет как самостоятельный вот отдельный элемент, стоящий на столе. Его можно дополнить еще красками какими-то, то есть добавить теплоты какой-то, вот оранжевого, желтого оттенка в это зеркало. Ну и вот такими элементами мы можем дополнить сам интерьер и сделать его более теплым, ну, например, в какой-то тематике, стилистике, вот в осенней, к примеру, в данном случае. Вы надихнули, ваша розповідь надихнула и меня, я також думаю, ну что ще можно, что ще? И згадала, что осень, навіть є такі жарти, що осень – це час, коли дівчата фотографуються в листочках. І завжди є дівчата віночки з листочків плетуть, фотографуються, там підкидають листочки, однакові фотографії, але осіння тематика в них є, і можна зробити такі фотографії. Так, да, якщо людина хоче такої теплоти создати, пустити немножко осені к себе в квартиру, то тоді треба буде, да, вот работать над этим, это работа декоратора, продумывать все элементы. Также можно, например, пошить подушки на диван в этой же стилистике, к примеру. А от поруч із вами подушечка, і ось зі мною подушечка. Це яка? Осіння? Осінній настрій? Ну, я би сказала, універсальний. Воно подає оттінок, цвіт, рисунок. Зимовий, хочеш так, осінній. Да. От можна пошити, наприклад, наволки собі на подушку, і зміняється времена года, і можна буде міняти наволки на подушки, і воно вже буде, інтер'єр виглядить зовсім по-другому. У нас Вітя Дівченко міняє бантики Киці, бачите, метелики. У неї зараз осінній такий метелик, як осінній листочок такий. Вот, это называется декорирование, то есть, как вот котик, он суть свою не меняет, он есть, какой есть, так же интерьер.
он суть свою не меняет. А вот такими декоративными элементами мы можем добиться того, что сам интерьер будет, как времена года, изменяться в оттенках, в цветах за дополнением вот таких декоративных элементов. А скажите, якісь, можливо, протипоказання є в такому інтер'єрі? Я би избегала слишком яркого і много. Если мы дополняем интерьер какими-то яркими вкраплениями, их должно быть немного. Не надо ими перебарщивать. То есть диван оранжевый, ковер оранжевый, нет. Если мы делаем оранжевый диван, значит весь остальной интерьер должен быть более спокойным, более пастельным. Например, яким? Ну, к примеру, кремовый или кофе с молоком, вот что-то такое теплое. Или белый, к примеру. У нас зеленый, бачите, диван? А подушки оранжевые? Ну, может быть и такое. Главное, чтобы можно по так, светлоте так? оттенки не были разные, разные по тону. Если, например, что такое светлота? Это степень насыщенности цвета. Если мы делаем оранжевый более яркий, значит, зеленый должен быть более светлее или, наоборот, более темнее, чем оранжевый. Но если оранжевый сам по себе яркий цвет, то лучше брать зеленый более посветлее, как бы он идет в поддержку. Главное оранжевый, чтобы эти оттенки между собой не спорили. Тобто протипоказання також є. Обязательно. И избегать каких-то, ну, таких грязных цветов. Лучше выбирать все-таки, если мы хотим в осеннем, да, какое-то настроение в теплых оттенках, то надо избегать грязных оттенков. Например, коричневый. Можно взять красивый шоколадный, а может быть грязный коричневый, такой некрасивый. И он будет створювати вже настрій такой. Будет, да, суму, да, и осеннюю бруду, калюш, да, 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 депрессию может быть какое-то. Лучше брать, выбирать какие-то чистые оттенки. Даже пускай это будет сложный цвет, но он будет чистый. Ну, это все работа дизайнера, декоратора. Мы, допустим, если создаем какой-то интерьер, мы едем с палитрой, мы выбираем какой-то конкретный цвет. Бывают, да, попадаются грязные там оттенки цвета, но мы выбираем то, что нам надо. Тут надо не ошибиться и очень тщательно выбирать оттенок. Ми приходимо додому для того, щоб відпочити від буденних проблем і від щоденних негараздів. І хочеться, щоб вдома було тепло, затишно. А осіння нотка може ось цей затишок додати, правда? Звісно. І ваші поради і побажання нашим глядачам на сам кінець. Я би хотіла пожелати, щоб у людей наших не было депрессии, не было какого-то таких негативных ноток, несмотря на то, что весна, лето, все заканчивается, и сейчас осень. Пускай все будет в хорошем настроении, пускай все будет с позитивом, и, конечно же, всего хорошего, удачи, и чем больше позитива, положительных эмоций, тем лучше.